Психологические механизмы депрессии. Как она формируется? Все очень просто. Есть миф какой-то, который в какой-то момент подвергается слому. Человек приходит к разочарованию и такому сильному, что он начинает отказываться от действий. Два ключевых психологических момента при депрессии – это разочарование и отказ от действий, который ведет ко всем этим последствиям, которые мы наблюдаем в виде классической депрессивной симптоматики. Какие бывают мифы? Ну, бывают мифы о себе любимом, о себе любимой, что мне все по плечу, я совсем справлюсь, и вдруг оказывается, что это не так. Вот здесь нужно сказать, что чем более жесткая установка, чем более ригидные представления о себе, о других людях, о мире в целом, у человека есть, тем, конечно, больше крушений бывает. Иногда люди выстраивают жизнь вокруг этого мифа, но рано или поздно он рушится, и чем позже он рушится, тем больше разочарования. И человек понимает, в кавычках, да, понимает, что все бесполезно, что бы я ни делал, ничего больше не поможет, отказывается от действий. Вот это тот механизм, который поддерживает депрессию. Мифы бывают о себе, что я должен или могу совсем справиться в жизни. Мифы бывают о других людях. Знаете как? Типа, если я как там, поступаю с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, то есть если я всегда веду себя хорошо, со мной тоже будут хорошо себя вести, никогда ничего такого со мной не произойдет. С чего бы это? Да? Человек может очень долго находиться во власти этого мифа, а потом наступает какое-то событие. И про разочарование в других людях обычно говорят такие слова. Меня предали, да? Меня предали, меня подставили. Это было так несправедливо. Да? И разочарование в мире. То есть, опять же, да? Мир какой-то хороший, добрый, справедливый. Если я поступаю правильно, то никакие неприятности, ну или крупные неприятности не должны ко мне приходить. Но это не так. Бывает, человек поступал правильно, а потом бах, что-то сваливается, и люди говорят, за что мне это? Мир несправедлив. То есть три типа разочарования. Человек попадает в депрессию, приходит к нам, и вот мы диагностировали депрессию, и надо его как-то лечить. Это при условии, что мы откинули все сопутствующие факторы, выявили, что человек именно депрессия, что-то нужно с этим делать.